Во вступительной части губернатор отметил, что все президентские инициативы, озвученные в послании Федеральному собранию, в Подмосковье необходимо оперативно и качественно воплощать в жизнь. Чувствительные темы, которые должны быть реализованы социальным блоком, все, что касается выплат школьникам, многодетным семьям, люди, которым необходима помощь, забота, все должны получать поддержку, выплаты. Губернатор упомянул о теме детского отдыха, которая также была озвучена в послании Федеральному собранию. Президент в своем послании предусмотрел и дал указания подготовить дополнительные меры, компенсацию за летний отдых. Она тоже должна быть доступной, понятной. Считаю это важным. Андрей Воробьев уделил внимание и теме дачной амнистии. 65% всех жилых объектов в регионе составляют индивидуальные дома. Из них более 330 тысяч не зарегистрированы. Цель дачной амнистии – сделать так, чтобы люди без каких-либо сложностей, волокиты, могли оформить свои законные права на дома, в которых давно проживают, наша задача их зарегистрировать, чтобы у человека было право собственности. С 1 мая в Подмосковье стартует программа «Коммунальный бонус». Возможность получать кэшбэк и другие материальные поощрения за исправную оплату коммуналки. Обращая внимание глав на то, что эта процедура должна быть понятна всем нашим жителям, понятно, что центры и МФЦ, и ИРЦ должны оказывать дополнительное или обучение, или разъяснение тем, кто платит в электронном виде, те, кто зарегистрировался в личном кабинете, будут получать, соответственно, возврат в разных формах. Это было очень позитивно воспринято, как мы видели. Андрей Воробьев выразил благодарность тем, кто принял участие в недавнем субботнике и сообщил, что мероприятия по благоустройству будут продолжены. 15 мая мы проведем следующую акцию «Лес Победы», в которую также будет вовлечено большое количество наших жителей. Прошу ее подготовить интересно, доступно, чтобы каждый, кто хотел, принимал в этом участии. Ежегодно с 2013 года по инициативе губернатора в Подмосковье проводится «Лес Победы». В этом году акция проходит с 26 апреля по 25 мая. Максим Козлов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.